добрый день. Салат будем на зиму готовить из цукини. Вот я почистила. Надо тонко, очень тонко почистить. Так, цукини мы почистили. И здесь у меня ровно 2 килограмма. На 2 килограмма цукини вот столько морковь, чеснок, пучок петрушки и укроп. Теперь будем резать. Все порезали. Здесь цукини и морковь. Добавляем петрушку. У меня здесь было 2 килограмма цукини. И я беру 2 столовые ложки соли. И 4 столовые ложки сахара. И 6 столовых ложек масла. Все, хорошо перемешалось. Оставляем на 3,5-4 часа. Прошло 3,5 часа. Добавляем молотый черный перец. Уксус яблочный 6%. 6 столовых ложек уксуса. Заполняем банки вместо соком. Из 2 килограмм цукини получились 3 банки по 700 грамм. Теперь мы закроем и ставим на водяной бане стерилизоваться. Наливаем холодную воду. Достаем банки и закатываем. На этом я с вами. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.
Пока-пока!